Сегодня в столичной школе номер 59 мы провели для детей знаковые мероприятия. Сегодня были вручены билеты БРСМ, а также билеты Белорусской молодежной общественной организации «Спасатели пожарных». Для детей это важный момент в их жизни, однако нужно понимать, что именно вся работа крайне важна. Вручение билетов – это лишь отправной путь, точка, на которой начинается большая работа с детьми, которую мы проводим постоянно. Ну и, конечно же, приобщение детей к основам безопасности – это наша первостепенная задача, потому что от того, насколько развиты они будут в этом направлении, настолько зависит безопасность их дальнейшей жизни.